Всем привет, с вами Шим, очень рада видеть вас на своем канале. Это очередной влог. У меня тут Собакевич все лижет. Да? Собака Лизака. Утренние бесяки. На завтрак у меня сегодня пловчик и вот такой извращенский вариант сока. Тут яблоко, груша и огурец. Кстати, очень вкусный оказался он. У меня муж купил штук 5 разных всяких странных вкусов, сочетаний, но вот этот очень вкусный оказался. Ну, вообще, Innocent хорошие соки, мы их любим. Ой, ой, ой. Бум! 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 Притворюньки. Да? Обнимашки. Видишь, кубики поросёнка? Нет, это ты поросёнка. Это Хрюша. Станция метро Лаймхаус. Такие тут красивые лодочки. Район для жилья. Вот в этих домах живут люди. Вместо квартир. Вот в этих лодках домах, я имею в виду, вот эти вот лодки, это все жилые лодки. И они по Лондону, по каналам плавают в своих квартирках. Мы на Emirates Airline. Через речку уже показывала. Canary Wharf. Новые дома построили тут уже. Год назад не было. Нет. А тебе, мой завистный друг, страшно? Немножко. Лондон как на ладони. Из планов на сегодня дописать вот этот портрет. Тут у меня чаек с яблочком и шоколадочку. Кстати, тоже я взяла, куда-то я ее дела. А, я ее уже съела, но сейчас еще одну положу. Сзади лонгборд. Сын у меня... им заинтересовался, он у нас валяется без дела, мы на нем не катаем. У меня нет на это времени и места, и лень идти куда-то на нем кататься. Тем более ребенка я родила, и вообще уже не до лонгбордов, я с ребенком гуляю. А он сейчас заинтересовался, мы вот этот лонгборд использовали, на нем картины возили. Кстати, очень удобно, скажу я вам. И тут опять эти буквы, папа. Да. Это колесик, а разовый. Угу. Ну что, ты поедешь, Кирюнь? Да. Ну, аккуратно, не спеши. Ой. Если страшно, зови маму. О, молодец. Приси. Я ты сам. Посмотрите. Так, балансируй. О, как мы как серферы уже. Молодец. А зачем ты по ней ходишь? Он ходит по ней уже. Если помощь нужна, сразу маму зови. Мне во. Страшно. Ты страшно? Мама. Я тут. Кирюха встал. Он, кстати, сам в 3 года смог запрыгнуть на него. А он шатается очень сильно. То есть на него так просто не встанешь сразу же. То есть кажется, что это просто. Но на самом деле, вот если люди не катались, то есть вот я пытаюсь встать, он сразу уезжает, то есть он очень скользкий. А если встать 2 ногами, и вот он своей малюсенькой ножкой встает, и второй тоже встал. Я даже начала уже школу скейтинга смотреть, скейтбординга вернее, потому что скейтинг это коньки. Но тут что-то как-то с этим туговато, поэтому в Москве, конечно, уже тренера, может, нашли. У него вообще тяга к каким-то экстремальным видам спорта очень такая серьезная. Эльза вот так вот что-то делает, бегает туда-сюда, потом встанет и замрет. И вот не будет шевелиться, она так может минуту-две стоять, просто замереть, как будто игрушкой. У нас вот, кто на моем канале давно, у нас есть игрушечная Эльза, для Кирана мама моя дарила. И вот они, когда рядом лежат в одинаковой позе, и Эльза замирает, реально издалека непонятно, где кто. Это очень смешно. Эльза, ты чего? И вот так она, вот я сижу рисую, например, посмотрю на нее, она стоит просто вот 5 минут и не шевелится. На ужин у нас сегодня картошечка пюре. Начала резать зелень, потом поняла, что лучше ее потом в тарелке наложим, потому что Кирюша не любит зелень.
вот это ощущение именно вот самих листиков, он их выплевывает все время. И тут у меня курочка, куриные ножки в соусе собственного изобретения, как обычно. Тут очень много всяких специй намешано, поэтому даже не могу сказать, что тут. Но тут, как всегда, часть зелени кладу в момент готовки, чтобы вкусом соуса и мясо напиталось. И часть зелени кладу уже в тарелку свежей. Эльза все лижет. Буба, прекращай. Так, не сдержалась. Я хотела до 30 недель ждать, чтобы ничего не покупать. Но все-таки что-то я взяла. Мне так понравился этот костюмчик. Угадайте, где? Конечно же, в Next. Очень классный. Это вот такой набор из двух. Да, сзади будет вот этот вот звук лизания у нас теперь. Вот такой вот комбинезончик с белым бодиком. Бодик совершенно обычный, плотный довольно-таки. То и то хлопковое. Но мне очень понравился этот принт и модель. И расстегивается удобно снизу. И материал такой классный, он хлопковый, но такой толстый. И вот это не черный серый, а вот он такой вот, как бы, с прожилочками. Несмотря на мою нелюбовь к розовому, взяла носочки разных цветов, потому что я знаю, что бодики и одежда все равно будет розовая, но вот таких вот пыльных оттенков. Пыльно-розовый, как это цвет пыльной розы, такой пыльно-голубой. Еще один момент, это покупают все швы наружу. Вот швы наружу, поверьте, вашему ребенку будет вообще пофиг, куда там швы. Грудные дети, они вообще на другом уровне, и в принципе дети на другом уровне ощущают дискомфорт. То есть то, что нам, взрослым, дискомфорт, ну и где-то там кольнуло, где-то что-то лежит, детям на это вообще параллельно. Вот вы даже, болевой порог даже у детей у них совершенно другой, не как у нас, уже взрослых людей. Себя вспомните тоже в детстве, мы все время бегали с разбитыми коленками, все в ссадинах, и вообще упали, встали, дальше побежали. Вот Кирюха у меня то же самое, об угол ударился, встал, пошел дальше, не плачет, ничего. Тут, фу. Ну, у него вообще, мне кажется, какой-то низкий болевой порог. А сейчас, если упасть и разодрать колено, то это, конечно, мы обноимся всем, все родственники узнают, что мы бедные, разодрали колено. Я, конечно, к экстриму не призываю, но вот именно вот искать специально какие-то распашоночки, вот это вот все миллион каких-то завязок, я не понимаю, зачем себе вот этот геморрой на голову нужен. Когда просто одели, хоп-хоп. Ну, кнопки, ладно, понятно, это надо каждому попробовать и просто что вам удобнее конкретнее будет. Вы же для себя это в большей степени берете. Ребенку все равно будет, по большому счету. А если вам действительно удобнее будет кнопки завязывать, ну, мало ли, такое бывает. Но нам это было неудобно. А вот швы там, не швы, искать это специально, эту одежду. По поводу глажки, я с Кирюхой все, конечно, перегладила, там все постирала, перегладила с двух сторон. На меня врач смотрел, как на сумасшедшую, потому что, и Даршан тоже, потому что, ну какой в этом смысл? То есть у вас стиральный порошок антибактериальный. То есть, соответственно, там уже никаких бактерий быть не может на этом белье детском. То есть, если погладить для того, чтобы оно красиво было, это один вопрос. Но если погладить для того, чтобы это было стерильно, то стерильность у вас прекратилась вот так вот в тот момент, когда вы закончили гладить. Уже бактерии какие могли, они уже туда сели. А если после магазина, то, ну, это не обсуждается, стирать надо абсолютно точно. И у вас антибактериальный порошок, поэтому зачем гладить? Зачем? Вот это вот другое вообще непонятно тоже. Наверное, отглаживать все не буду, но только если для красоты, опять-таки, чтобы это было красивенько, ровненько. Но это закончится после первой же ночи, после первой же стирки, когда ребенок уже родится. Потому что никто гладить ему, естественно, не будет, когда там по 10 одежд улетает в стиральную корзину каждый день. Там как бы не до того, чтобы все это красиво складывать и гладить. Потому что я помню, с Кирюхой это был такой дурдом, и вообще ни до чего было. Ну, у него были вот эти как раз отрыжки адские, о которых я много раз рассказывала, круглосуточные фонтаны. Надеюсь, девочка будет попроще в этом отношении, обычно у мальчиков хуже. Но мы, во всяком случае, знаем, что это такое, уже нас не будет это все пугать. Напишите свое мнение в комментариях. Мне кажется, сейчас большинство будет за глажку белья, и меня все посмотрят, как так, не гладить белье. Ну вот, есть такие люди, я считаю, что это не нужно. И NHS считает, что это не нужно. Местное здравоохранение. Я свою логику рассказала на этот счет. А в Next еще сразу выбрала несколько наборов больших с слипами, но их буду брать уже потом, онлайн их закажем, потому что там размеров не было. И в Primark взяла
два набора нам бодиков. Брала в Праймарке, потому что в Праймарке, вот мы с Кирюхой пробовали разные, самые классные, отличные вообще бодики, вот супер. Слипики хуже, слипики все время ножки какие-то недоделанные на этих слипиках, и по фигуре не очень хорошо сидели. Вот Некстовские и Mother Care мне нравились больше всего. Next модели намного лучше, и они удобные. То есть слипики обязательно я смотрю, чтобы вот здесь были такой отворот вместо царапок, и на ножках, чтобы были тоже, ну, ножки, чтобы носочки, потому что ребенок грудной сразу скидывает, так же, как и царапки, тоже сразу скидывает. У меня дети очень активные, и судя по тому, что у меня в животе происходит, и как Киран себя вел, вот минуты даже они не держались на руках, царапки, которые отдельно одеваются, а вот которые подворачивались, было отлично. Но бодики в Праймарке суперские. Я взяла размер один, на всякий случай, до месяца, до 4,5 килограмма. У меня сейчас сестра родила дочку 4,5, 4,600 она. И вовремя она родила, не переходила. И я чувствую, по моему животу тоже у меня может быть... Но на стандарт вот Кирюха 3,600 родился. Поэтому я как бы ориентируюсь на такой стандартный более-менее вес. Если я доношу, фу-фу-фу, надеюсь, так оно и будет. То есть 3,500 где-то. Ну, там, ну, до 4,5, то есть меньше не нужен. Он, если что, будет великоват этот бодик, ничего страшного. А этот уже взяла 0,3 месяца. Разных цветов взяла. Ну, вот такой тоже розовенький-то сюда возьму. Ну, я розовый не люблю, ну, блин, а выбор-то какой? Там были какие-то дурацкие совершенно рисунки. Вот этот мелкий цветочек. Я терпеть не могу мелкий цветочек, потому что у меня мама его очень любит. И у нас всю жизнь постельное белье было. Это вот этот, как это, ситцевое с этим мелким цветочком. И я прям не могу на него смотреть, когда девочки в этом мелком цветочке. Поэтому у меня вот лучше просто простые совершенно, либо какие-то такие принты крупные. Но это, естественно, дело вкуса. То есть, естественно, ничем он не хуже, это мелкий цветочек. Просто кому-то нравится такое, кому-то такое. Потом возьмем еще набор 0,3 и 3,6, конечно же, потому что они нужны, их 3, их недостаточно. То есть, их надо каждый день. У меня 3 в день улетало в стирку, поэтому их надо больше. Но там просто будем смотреть, что ее хватает, что не хватает, потому что мне еще мама целый чемодан шматья привезет, то, что она покупала сестре. И так как родилась девочка крупная, то до 3 месяцев вся одежда ей вообще не нужна была. Причем она была худенькая, ну вот племянница моя, но она очень высокая. Ничего ни разу не одевалась, поэтому посмотрим, что там мама привезет. И уже из того, что чего не будет, то мы будем докупать. Ну, кроме вот каких-то мимимишных штучек, типа вот этих, которые просто мне самой нравятся. А также я закажу, я уже нашла в интернете такие прикиды для фотосессии. Уже говорила об этом, но это я буду как раз, как я сказала, уже в 30 недель заказывать, после 30. А, еще вот здесь я взяла без рукава. А здесь взяла с маленьким рукавчиком. Мы носили и те, и те. Еще для девочек есть такие вообще маечки с тонкой бретелечкой. Везде, в том же Next'е, вот эти бодики, они вообще ничем не лучше, ни по качеству, ни почему. Вот именно боди советую в Primark смотреть. Большинство говорит, что вот надо брать посередине застежка, чтобы была спереди на боди. Через голову одевать неудобно. Блин, вот я и мой муж категорически с этим не согласны, потому что мы одевали, ну, слипики, ладно, потому что там длинные руки, длинные ноги, ну, просовывать неудобно, понятно, надо по-любому вдоль тела застежку. Но бодики через голову одеть в 10 раз быстрее, чем вы будете, у вас ребенок голый лежит, ему холодно, там, после ванны или чего-то, и вот 2 часа вы ему пока это, ну, расстегнули, допустим, заранее, хорошо, пока вы на нем эти клепки застегнете, мало того, естественно, ребенку на клепках спать менее удобно, чем без них. Бодики берем только через голову, никакой проблемы одеть грудному ребенку бодик через голову нету, новорожденному я имею в виду, потому что грудной это может быть и в годик, я имею в виду новорожденному, мы одевали за долю секунды, просто вы растягиваете двумя руками, расширяете ворот, одели, и все, и у вас ребенок одет. И просто только снизу 2 клепочки. И это в 10 раз быстрее, и никакого дискомфорта. У меня ребенок спал и на спине, и на животе, поэтому... И он не испытывал дискомфорта из-за этих пуговиц лишних. А если у вас здесь пуговицы будут, а потом сверху еще у вас... Ну, я имею в виду кнопки. А потом сверху еще будут кнопки на слипике, то тогда получается, ну что, она весь в кнопках будет. Вот вы бы смогли так спать? Я что-то сомневаюсь. Вот так виднее модель. Бодик вот с рукавом обычный внутри. Но по материалу мне из Праймарка нравится больше. Вот этот, мне кажется, слишком плотный. Сидела, монтировала, потом подумала, что-то кушать охота. И пошла себе сковородочку, сделала еды. Но думаю, сейчас муж тоже присоединится. Тут и всякие овощи разные, перцы, брокколи,
помидорки и яйцо, и вот это не яйцо, это три вида сыра, пармезан, чеддер и оранжевый сыр, не помню, как он там называется. В общем, сейчас, как обычно, по ночам будем точить. Кирюху я уже спать уложила, сейчас буду дальше работать, какой-то новый холст хочу начать, плюс у меня несколько заказов на портреты, надо эскизы к ним придумывать, не знаю, успею я, не успею их писать. Я сейчас в таком, у меня несколько месяцев до родов осталось, поэтому я не знаю, буду ли я писать на заказ сейчас или потом уже. Но у меня как бы договоренность с клиентами, что это можно делать и потом. Поэтому как-то так, с вами буду прощаться. Желаю всем отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока.